Казанском университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Все подробности далее. Мероприятие прошло под руководством ректора Казанского университета, председателя Совета ректоров вузов Республики Татарстан Ильшата Гафурова. Участие также приняли министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, ректор КНИТУ КАИ Альберт Гельмудинов, председатель комиссии по выборам ректора КНИТУ КАИ Юрий Гартышов, а также заместитель председателя Волговятского банка Сбербанка России, управляющий отделением Банк Татарстан Рушан Сахбеев. На заседании была затронута тема цифровых образовательных ресурсов. Так, Рушан Сахбеев презентовал новый проект группы Сбер «Акселератора Сбер Студент», с помощью которого участники смогут развивать бизнес-идеи и продвигать коммерческие проекты. И демо-дэй, так называемый, в августе-сентябре состоится, когда 25 лучших команд страны смогут презентовать свои идеи топ-менеджменту Сбера и крупнейшей корпорации. Победитель, в принципе, имеет возможность войти и в том числе и делать этот бизнес вместе со Сбером. То есть это тоже та часть, которая позволяет получить ресурсы, деньги, возможности, самое главное, возможность масштабирования своих идей. Также на заседании обсудили и вакцинацию населения. Ильшат Гафуров отметил, что руководство республики поддержало инициативу Казанского университета по организации выездной вакцинации сотрудников вузов Татарстана. Это инициатива безвозмездная. У нас есть собственная поликлиника, закрепленный контингент порядка 90 тысяч населения. Тем не менее, значит, мы помогли тоже в свете оказания содействия Минздраву Республики Татарстан провести для вузов выездную вакцинацию, если вузы на это готовы. Еще одной темой на повестке дня стало рассмотрение 4 кандидатур на должность ректора КНИТУ КАИ. Сейчас этот пост занимает Альберт Гельмудинов. Рассматриваются 3 сотрудника КНИТУ КАИ. Заведующий кафедрой технической физики Алмаз Гайсин, заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок Алексей Лопатин и директор альметьевского филиала Светлана Юдина, а также директор набережно-челнинского филиала Казанского университета Махмуд Ганеев. Участники заседания ознакомились с программами развития КНИТУ КАИ каждого кандидата и подвели итоги. Значит, мы поговорили о слабых сторонах и сильных сторонах каждого из вас. Мы не будем здесь озвучивать, но по общему мнению, единогласно, без каких-то против, все вы рекомендуетесь. И я подпишу рекомендацию аттестационной комиссии на всех кандидатов. Диана Шленкова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.